играл боевого, такого брутального зайца. Ну, я приветствую всех присутствующих, дамы и господа. Это прекрасно, что мало-помалу мы начинаем заполнять ту звонкую тишину, которая царит в отечественном искусстве. И, наверное, скоро у нас вновь появится возможность что-то показывать нашим детям, потому что предыдущее все исчерпалось, а нового пока мы не обрели. И когда мне предложили поучаствовать вот в этом проекте, ну, во-первых, я по церковной линии пошел, все-таки наша такая православная козаностра, в первую очередь мы делаем для семьи, а родина, суть большая семья, так что, в общем, это даже патриотично, такой семейственный эгоизм. Ну, а во вторую очередь, конечно, меня подкупил энтузиазм и жертвенность создателей, потому что совершенно очевидно, что этот мультик не окупится в прокате, потому что точно-точно я говорю. Я очень опытный заяц. Но это не главное. Главное, что мы трезво понимаем, что в первую очередь, если мы хотим сделать что-то хорошо, мы должны это делать для себя. И вот этот мультик, один из составляющих, считаем первым пунктом, вот этой большой, зарождающейся мифологии, легенды, национальной легенды, государственной. Мы для себя. Так что наше дело правое, мы победим. Да, они все просто. Спасибо. И приятного просмотра. Спасибо.